Перепрошую, у нас на телефонному зв'язку є Олена Балаба, прес-секретар штабу громадської оборони Одеси. Здравствуйте, Альона, да. Привіт і передавай. Олександр. Добрий день. Олен, скажіть, будь ласка, там призначили нового голову облдержадміністрації у вас. Да. Чи чекаєте ви якихось змін від цього? І от керівника міліції змінили в Одесі. Чи будуть якісь позитивні і надії на те, що в Одесі буде спокійніше з такими змінами? Ну, одесити не вбиваємо оптимісти. Вони завжди чекають тільки лучшого. Тому, звісно, ми чекаємо позитивних змінень від нового губернатора і від нового начальника міліції. Це безусловно. Ми сподіваємося, що в місті, во-первых, не буде роздуватися вот таким вот образом, як це було останні два місяці. Роздувався конфлікт. Это было сделано намеренно, потому что власть не предпринимала никаких шагов для того, чтобы договориться с пророссийскими настроенными активистами, которые кучковались на Куликовом поле. Не было ни одного шага для того, чтобы взять этот конфликт. Наоборот, его держали, по всей видимости, до выборов, чтобы потом использовать как аргумент. И только одесситы, да, неразгневанные, разъяренные одесситы вот решали таким образом вопрос. Это страшно, это ужасно, это вообще невозможно для Одессы, чтобы тихая, мирная Одесса решала свои проблемы каким-то вот таким зверским способом. Это шок у всех нормальных людей. Скажите, будь ласка, поэтому мы надеемся, да, мы надеемся на позитив и на перемены к лучшему. Скажіть, чим займається штаб громадської оборони і чи ви готові? Ну, ми бачили, що під час цих подій всіх там фактично люди виконували, і ці футбольні фанати, функцію, я не знаю, можливо, навіть часто виконують функцію міліції, яка була на боці, фактично, як ми бачили, сепаратистів, чи як назвати цих людей, проросійсько налаштованих активістів, які були зі зброєю. Громадська оборона Одеси готова так само виконувати функції там, міліції, охороняти порядок. І ми знаємо, що 9 травня от уже на носі, можливо, будуть якісь там акції, заходи. Фактично, да, тому що штаб працює з 17 апреля, він виконував функцію оборони Одеси. Було виставлено порядка 11 блокпостів вокруг Одеси, які задержували непонятні автобуси, які розворачували донецькі автобуси, кримські автобуси з непонятними людьми. Работали вместе с ГАИ и с милицией. Это очень не понравилось бывшему губернатору Немировскому, он тут воевал с нами активно, но, слава богу, он ушел. Вот. Я надеюсь, что сейчас функцию обороны вот этих блокпостов на себя возьмут прежде всего Национальная гвардия, два батальона, которые уже сейчас находятся здесь, в Одессе, и возьмет на себя прежде всего милиция. Это их работа. Наскільки зараз спокійно в Одесі? Чи є проросійсько налаштовані активісти? Це містечко, яке було на Куликовому полі, їх вже немає, цих людей взагалі, чи вони, можливо, десь там скупчуються в іншому місці? Ви про їхнє перебування знаєте? В Одесі не спокійно, я одразу говорю. Всім людям, які приймали участь в мітингах возле Дюка, починаючи з 22 ноября, їм всім угрожають. Тим людям, які допомагали нашим ультрас и активистам 2 мая, им всем угрожают абсолютно, их вычисляют по социальным сетям. Сегодня сняли гражданские, сегодня ночью были сняты гражданские люди охраны блокпостов, и на двух блокпостах из проезжающей машины выкинули горящий коктейль Молотова, блокпосты горели. Но слава богу, что никто не пострадал, горел 7 километр, блокпост на 7 километре, горела переправа на Ильичевск. ГАИшники вызвали пожарных, пожар был потушен, никто, слава богу, не пострадал. Кроме того, нашим активистам мало того, что угрожают там по телефону, в социальных сетях, там каким угодно образом, сегодня на поселке Котовского живет девочка, кореянка по национальности, вот ей сегодня разбили окна. Вот, она написала об этом мне сегодня утром, о том, что мне побили окна, и что же теперь делать. То есть постоянно угрожают, что будут там убивать, этого не скрывают. У них есть огнестрел, у них есть разветвленная сеть, агентурная сеть по Одессе. Мы это знаем, мы к этому готовимся, мы стараемся охранять друг друга. Но, скорее всего, сейчас Автомайдан перейдет на патрулирование, на ночное патрулирование города, такое активное, как это было организовано в Киеве еще в декабре месяце. То есть мы по-любому не расслабляемся.
Ще питання, чи відомо вам про поранених, про постраждалих під час акції? Вони зараз в лікарнях, ці люди, наскільки там багато залишається людей і які потреби? Ну, смотрите, яка ситуація произошла 2 мая. Ці люди, які поступали в 11-ту горбольницу на Слободке, они фактически там, я вот вчера получила полный список всех людей, которые туда поступили, там порядка 65 человек, все в основном даже с тяжелыми рваными ранами, даже с сотрясениями головного мозга, они все уходили на амбулаторное лечение, они не оставались в больницах, понимаете? Потому что в больницах лежать опасно, потому что просто, во-первых, продавали адреса всех людей, которые поступали туда. И пошли угрозы от того, что врачи просто отдали кому-то, отдали адреса поступивших в больницу. Весь ужас ситуации в том заключается, что сейчас Антимайдан имеет адреса тех людей, которые поступали с травмами в 11-ю горбольницу в Греческой площади. Понимаете? И вот я когда увидела эти списки о том, что люди с рваными ранами, голени, с закрытыми черепно-мозговыми травмами, просто как бы записывали, проходили, им оказывали первую помощь, и они легко и просто уходили потом домой. И вот мне сейчас люди пишут в социальных сетях в личку о том, что да, у меня был, мне побили, мне разбили голову, у меня там зашили бровь, но я все равно, если в случае чего, если начнутся какие-то столкновения 9 мая, мне нужна просто каска и броник. Пожалуйста, пожалуйста, помогите. Ведь уже ситуация, хотя мы ничего не делаем 9 мая, вообще ничего. Никаких скоплений массовых, никто ничего нет. Мы будем просто тихо сидеть по домам и поминать память павших. Добре, дякую. Олено, це був прес-секретар штабу громадської оборони Одеси. Сподіваюся, що не доведеться і не буде більше таких якихось активних протистоянь в Одесі.